Фонду «Счастливые дети» исполнилось 3 года. За это время семью обрели более 170 воспитанников детских домов. В этом им помогли видеоанкеты, которые снимали сотрудники фонда. Ролики размещали на YouTube, в социальных сетях. Чуть позже появился сайт организации. Ежемесячно на него заходят 20 тысяч потенциальных родителей со всей России. Отмечено, сейчас в Красноярском крае в детских домах живут более 2500 детей. 3 года назад эта цифра была почти в 2 раза больше. Для меня лично началось с того, что я стал приемным родителем. Я понял, что достаточно сложно прийти в банк данных детей-сирот и по одной единственной фотографии понять вообще, что это за ребенок. И поэтому я начал мечтать о том, чтобы родители, приходя, могли посмотреть не только фото, но и видео.